Ребят, у меня есть к вам предложение. Насколько хорошо вы, родители, у вас замечательные дочки, насколько хорошо вы понимаете песни, которые исполняют дети? Ваши дети или не ваши дети? Мы узнаем, впервые сыграв с вами в нашу суперигру, которая называется «Звук снизу». Итак, друзья, я хотел бы рассказать вам о правилах телевизионной игры «Звук снизу». Сейчас вы услышите песни, которые будут исполнять. Это знаменитые, популярные, современные песни. Их поют дети, слушая их наушниками. Угу. И в этот же момент они поют. Вам нужно, если вы угадали, что это за песня, или вы можете ее напеть, тут не обязательно называть название или даже исполнителя, но напеть хотя бы, вы нажимаете на кнопку. Итак, друзья, первая песня. Внимание. Это типа Бейонсе что-то такое, да? Бейонсе. А теперь покажите, как это звучит под музыку. Не слышится. Счет 1-0. У меня очень плохо с иностранными песнями. Ну ничего. Ну, пускай парень выиграет один раз в жизни. Ладно, хорошо. Мы тебя поэтому позвали. Я говорю, Миш, с кем будешь играть? Он говорит, давай с Глюкозой, она в песнях иностранных вообще. А мы же не можем просто, чтобы никого здесь не стоит. Так, друзья, приготовились. Вторая песня. Сейчас все узнаешь. Поехали. Стоп. Это я была. Да, это ты была, извини. Это было. Вот удивительное дело. Это Майкл Джексон. Майкл Джексон Бида. Давайте послушаем дальше и узнаем, так ли это. Спасибо. Поехали. Следующая песня. That is nothing on the finish. Что? And fading on the beginning. What is it, nothing it? What is it, nothing it? We come too far. Ну ладно, Миш. Миш. Вот сразу тебе сочинский водитель в тебе. No. Увидел ребенка. На! Ну давай, Миш, давай, называй. No, we come too far. No, we come too far. We are. Ну все, напел. Хорошо, давайте посмотрим. Это Get Lucky, счет 2-1. Смотрим. Смотри, ощущение, что как будто ты эту песню написал. Я объясню, сейчас такой подход. Видимо, Миша поет эти песни так же, и поэтому он узнает слова. Я клянусь тебе. Хочу сообщить, мы, если честно, когда мы думали, кто из вас победит, мы думали, я говорю, слушайте, ребят, ну Мишка Галустян, ну навряд ли. А по секунду, ну-ка. Ну это же это. А. Сейчас. Давай. Вот это? Посмотрим. Это Кьеза, абсолютно верно. Я не знаю, кто это, но Кьеза, это вот... Кайза. Да. Это Кайза. Кайза Созо. Но сейчас суперигра. На кону 100 очков. Приготовились? Сейчас будет действительно сложная песня. Да? Приготовьтесь. А это сейчас все было легко? И внимание, это было легко, Наташа, это было легко. Пожалуйста. Стоп. Давай сейчас... Это... Ну? Сия. Сия. One, так... two, three, one, 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 да, слушаем. А сейчас. Я даже не знаю, что это за песня такая, one, two, three, one, two, three. Это потому что не ходил в школу. Раз, два, три, вот это что ли? Сейчас
Чача, раз, два, три. Это случай в грузинском ресторане. Смотрим. Смотрим. Давайте посмотрим. Я не знаю, это правильно или нет. До конца слушаем. Главное, это досмотрите до конца, пожалуйста. One, two, three, one, two, two, three. Come back, the light of star. Come on, sir. Хорошо, как поет. А, я понял, что это. Друзья, итак, со счетом 101-3 победила. Да, победила у нас сегодня Наташа Иванова. Поаплодируйте, пожалуйста. Приходите в кино на фильм «Самое сердце воина». Это была Глюкоза и Михаил Галустян. У нас...